вспоминается война в Корее, когда разделили эту страну на северную и южную. Там тоже проамериканские силы, американские имели успех довольно приличный, но в дело вмешались китайцы в огромных количествах, которых успели подвести и переломили ход истории войны. И таким образом появилась вот эта Северная Корея, Южная Корея. Сейчас вполне возможно то же самое сделать в легкую, если захотят. Подтянут и китайцев, и северокорейцев, из Ирана привезут, где огромные совершенно дрессированные силы, миллионы можно ввозить. И всем этим ударят, задавят, проведут некую линию, вот так же, как в Северной и Южной Корее договорились. И будет одна вот Украина с одной стороны, другая Украина с другой стороны. Одна будет как Северная Корея, другая как Южная. Это оптимистичный на самом деле сценарий, потому что в предыдущем видео я сказал, что дело идет к применению тактического ядерного оружия, после которого черти что будет везде. Это более реалистичный, пессимистичный сценарий, но реалистичный.